78 багатырь. Let's see, 120 kilos. Это, пожалуй, самое большое количество наших тяжеловесов за последние годы участвует в отборочном чемпионате России. 28 тяжеловесов, вес которых до 120 килограммов, а у многих и поболее. Завершился в пользу борца в красном трико Хизара Дургаева, Чеченская Республика. На ковре А победил Анзор Уришев, Кабардино-Балкария. Дмитрий Кириллов, Кемерово, Ахмед Магомедов, Дагестан. Приглашается на ковер А. На ковре Б победил Ибрагим Саидов, Дагестан. Big guy in red just took a nice shot, but tried to gut and got stepped over. Thank you.
Многогребов, красный трико, мастер спорта Магомед Каратов, Дагестан. Синий трико, мастер спорта международного класса Максим Арзамасов, Кемерово. Matt B, 96 kilograms. Yeah. Yeah. 3rd period. Gotta push out to win the first period. We got a ball grab over here. Приглашаются.